следующую пятницу в Казанском федеральном университете пройдет 14-я серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ» в офлайн-формате. В рамках мероприятия планируются лекции от преподавателей университета и приглашенных лекторов. Отметим, что одна из важнейших тем, представленная на техно-ночи, будет посвящена вопросам протезирования мозга и способности читать человеческие мысли. Немаловажно то, что данный проект из года в год дает возможность детям и взрослым получить новые знания и с каждым разом все успешнее. Тех счастливчиков, которые сумеют попасть на техно-ночь, ждут разнообразные научные кружки, всевозможные увлекательные виртуальные выставки, интересные эксперименты, мастер-классы от грамотных специалистов, а также не менее познавательные викторины и конкурсы. Особое внимание стоит обратить на лекцию интерфейса «Мозг-компьютер» от заместителя руководителя Центра компетенции Национальной технической инициативы по новым и мобильным источникам энергии по коммуникации при Институте проблем химической физики РАН Алексея Паевского. Посетители в полном объеме узнают, существует ли телекинез и можно ли читать мысли человека и протезировать мозг. Напомним, что «Про наука в КФУ» – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который реализуется с 2016 года. Идейным вдохновителем и инициатором проекта выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, который на протяжении многих лет активно поддерживал научную деятельность студенческих сообществ. Одним из крупнейших мероприятий прошлых лет стала «Пронаука 2.0», которая позволила в полной мере отразить проделанную работу в рамках молодежных студенческих объединений. Участие в мероприятии бесплатно, для посещения необходимо лишь зарегистрироваться. «Пронаука» пройдет с 17.00 до 22.00 во втором учебном корпусе КФУ по адресу Кремлевская, 35. Возрастная категория 6+. Карина Саяхова, Универньюз.